Господа, начинаем, возвращаемся мы в Юго-Восточную Азию, смотрим Фнатики, Минески, Экс, вторая игра у нас здесь. Господин Пудж заезжает третьим пиком от команды Муши. Поиграли мы с вами World of Tanks, да, ну а теперь пора бы и в дотку. Теперь пора бы и в дотку покатать. Последняя, как я уже говорил, вторая игра для этих команд. Игра, которая определяет. Потому что вверх у нас взяли первые катки Минески X. Если они сейчас побеждают, они наберут 6 поинтов, станут абсолютными лидерами в своей группе и практически уже гарантируют выход в стадию плей-офф. Ну и также, господа, хочу вам... Я уже говорил в предыдущей игре, что следующая катка, которую мы будем смотреть, это также Юго-Восточная Азия, группа А, правильно? Да, группа А. Минески против First Depatch. Последняя игра этой группы. И там очень жарко. Там будет развязка. И мы будем за этим пристально наблюдать. Ну что ж, Фнатики у нас, собственно, как мы видим, забанили Дарксира, Вингу, Квапу и Зевса. Минески X отвечают баном Тускара, Фуриона, Брутмадер и Тайтхантера. Взяли себе, обратите внимание, Faceless Void, Ancient Operation и Invoker. То есть сразу мы видим дефолтную связку. Да, этот Old School, купол. Под купол у нас сразу залетает Ice Blast, Invoker. Бабахнет туда Sunstrike. Ну, может быть, еще что-нибудь доберут интересненькое. У Фнатиков не менее прикольно. Shadow Shaman, Герокоптер, Патч и Темплар Ассасин. Ну, вот осталось добрать героев сложную. Вообще, как здесь будет играть у нас товарищ Пёджик? Ну, мы его видели уже вчера. Герой выполнял роль суппорта. И я рекомендую всем, кто играет в Пудже в паблике, пересмотреть предыдущую катку. По-моему, у нас Минески брали, если не ошибаюсь. Там Пудж... Так, сейчас давайте-ка вспомним, кто у нас играл. Да, Минески X брали Пуджа, NB на нем катал. NB на нем катал и делал игру. Был абсолютным MVP. Четвертый пик от Инстинкта взяли Рубика. Ну, осталось теперь только хардкэри, наверное, добрать Минески, потому что современный Void на позицию кора нынче не встает, его отправляют сложно. Переработали Time Walk, убрали Backtrack, добавили Time Dilation. Но это уже совсем другой Void. Прошли те былые времена. Фнатики у нас забанили Джиггернаута. Ну и... Кстати, да, Джаггер бы здесь заходил просто шикарно. Это, ну... Игра у Минески бы заключалась только от одного купола. Купол, Ice Blast, собственно, Метеор, Sunstrike и еще Джиггернаут. Дает он мне слэш в купол. Там, конечно, разрыв кабинетов. Посмотрим, кого возьмут сейчас. В принципе, там вариация огромная. Fanatics, turn to pick. Решили забанить Клокверка у нас в Фнатике. Минески X, извиняюсь. Ну, а себе добрали на last pick Beastmaster. Именно этот герой будет стоять в сложной линии. Ну и очень хороший ганг потенциал с первых минут мы видим у Фнатиков. Это, разумеется, Shadow Shaman, который, возможно, будет на сапоге, да, с первых минут. Это Патч, который, если соберет себе Эфирлендс, хукать будет с фонтана. Ну и также Бисмастер, когда после третьей некрочи соберет блинк, к тому времени у Темпларки уже будет, наверное, там тоже блинк, да, играть с Дизолем. Вообще, как дела пойдут? Посмотрим. В первой игре, конечно, у Фнатиков не сложилось вообще. Это Дроу Рейнджер. Четыре номинальных Роджевика у Минески. Ну и Войд будет стоять на передовой. В принципе, пик смотрится. Что у тех, что у других. Осталось его только реализовать. Все-таки в предыдущей игре, если последний раз вспомнить о ней,
Ключевые моменты для фнатиков, ну, в чем, собственно, заключалось их поражение. Ну, первое, то, что Слазар себе взял блинк на 10-й. Потом Квина 16-я минута. Это Арчит. Ну, а дальше все пошло по накатанной. Что ж, поехали. По составам команд Фнатик Диджи у нас играет на Падже. Герокоптер, он же Муши, Шаду Шамана сразу телепорт наверх поставил. Вардец на линию это Нет, Темплар Ассасин Мидван, и на Бисмастере у нас будет играть Охайо. Так, команда Минески X. На Рубике у нас будет играть Энби. Винтер будет стоять на сложной на Фейслис Вайде. Инвокер он же Юсаера, Дроу Рейнджер Киксимба и Эншит Оперейшн. Товарищ Экстинкт, капитан команды. Да, конечно, на линиях, точнее, вот сейчас вот на время появления рун Минески нужно быть предельно аккуратными, потому что здесь диджей любого хукает, мгновенная смерть. Ну и посмотрим, какую позицию здесь займет Падж. Он дефолтная, да. Дефолтная точка на верхнюю руну. Побежала собака на разведку. А здесь никого. Ну и спокойно, без какого-либо контакта забирают команды руну. Хотя посмотрите на Винтера. Винтер. Так, есть сетка. Диджей хукнул. Вот там таймволк. И до свидания. Конечно, кабаном здесь получает плюшек Войд. Заблочил хитбокс. Ну что, будет ли вторая попытка? Нет, диджей далеко. Диджей на сапоге. У диджей есть кларити, но не пошел. Не пошел Падж. А вот и Войд. Можно с ним разменяться по ХП. Ну, конечно, у Пуджата броня в единичку. Но сапог зато есть. Ладно, здесь, я думаю, всем все понятно. Войд у нас будет стоять против Пуджа, Расты и Герокоптера в мидлейне. Инвокер против Темплар Ассасин. Это Ромич и Пудж. На нижней линии Охай будет терпеть против Рубика, Парышина и Дровки. Здесь присутствие Рубика, я думаю, все понимают, не обязательно. Не зря у нас у NB уже есть сапог. Потому что здесь одного Парышина будет достаточно для того, чтобы разминать Охай. Поэтому ждем мы здесь какой-то движухи от NB со стороны Минески X, ну и, соответственно, что у нас там будет делать Падж. Шадо Шаман у нас будет играть лейн саппорта, без сапога пока нет. Ну и убить Фейслис Вайда здесь будет очень тяжело, с его таймволком нужен будет какой-то хекс. Как-то так будет придумано. Так, тем временем, посмотрите, Ахая хороший блок, бодиблок от Экстинкта, и Ахая принимает решение сделать тэп-аут. Но других вариантов там, собственно, и не было. Да, тэпнулся на вышечку и опять возвращается на линию. У нас тем временем сейчас появятся вторые руны. Вот с них может начаться интересная движуха. Сразу два саппорта гангующих, румящих отправляется в надежде поймать что-нибудь интересное. NB выпадает иллюзия. Ну и, соответственно, на топе Паш у нас с баунти. Паузу у нас просит Киксимба. Так, напоминаю, ребят, что следующая игра это будет First Departure против Мески. Уже не Мески, а обычных. Ой-ой-ой, Мидван успевает отхиляться бутылочка, а здесь уже диджей. Испытание для Юсаера, но диджей хукать не будет. Пудж у нас по-прежнему в миде. Инвокер у нас, как мы видим, через экзорт. Разумеется, для того, чтобы работать с куполом Вайда. Пока экзорт 2. Ну и чувствовать против Темплар Ассасин 7-0 против Темпларки. 15-4 идет Мидван. Мидван, что поботал, ботал обуется, как мы видим. Тем временем Войд у нас здесь Винтер стоит на экспириенсе. Ой-ой-ой-ой, а Инвокер все-таки убил у нас Темпларочку.
Ну, Уокер все-таки темпларочку-то убил. Солянова. Зацепили Винтера. Винтер есть таймволк. Кулдаун сразу. Ой, а Винтер это у нас первый левел. У него большие проблемы. Ему нужно тянуть время. Ему нужно выиграть целых 15 секунд. Никуда он отсюда не уйдет, кроме как таверну. Дает у нас сетку и умирает. То есть не свой. Ну, а Инвокер сразу суицидится от скрипцов, дабы быстрее добежать до базы. Счет становится 1-1. Вот так вот мы видим, 3 минуты прошло. Бисмастер со сложной линии вынес третий левел, и 3-1 у него крипстат. У Вайда вообще все хреново, второй левел. Причем Войд в пике для Минески Экс определяющий герой. И времени, посмотрите, проблема здесь у Мидвана, рефракшн через 8 секунд, Мидван, Юсайра пойдет ли дальше, но не хватает здесь, конечно, какого-либо ассиста, контроля. Почему-то Рубик от НБ достаточно пока пассивно играет, несмотря на то, что с ранних минут есть сапог, с базы, да, прикупил, пока не собирает как здесь бегать, ромиться, вот можно зацепить Охай, откидывает назад под инстинкта, но Кулфида, Кулфид не сработает, есть санстрайк, очень много дэмэджа, Охай буквально один удар, 24 хп у нас остается без мастера, Охайо проедает Фэри Файр, выживает. Ну и инвиз у нас появляется на нижней руне, проблема у НБ, у него маны не так уж много, пудж, находит Винтера, Винтера, есть таймволк, дали сетку, нужен фок. Огромное количество крипов, диджей. Диджей нужен хук. Винтер. Нужен хук, да, есть. Лучше убивает. В миде у нас НБ. Мана либо на телекинез, либо на фейтбол. Ну, прилетает у нас бисмастер мидлейн, заливает Охаю мидвану бутылку. Мидван себя по-прежнему чувствует здесь спокойно. Так вот, немножечко аналитики, господа. Товарищ Войд, а именно который фейслес, пики для Минески Экс является ключевым героем, потому что весь пик у Минески заточен под купол, объективно говоря. И если этот парень будет проседать по левелу, как мы видим сейчас, вот только 3,5 имеется у Винтера против Бисмастера по Бисмастеру. Ну, Бисмастер пока побегал, то есть он тоже потерял время. Но, тем не менее, от того, как часто будут здесь раскрываться купола и как они хорошо будут и зависеть эффективность Минески Экс против Натиков. Как у нас у Траксы дела, 5-й левел Кексимба за Макс Шнаура, разумеется. Рубик с мидлейна пока не уходит, не получилось реализовать инвиз у НБ. Ну и также, как мы видим, здесь птица от Бисмастера на случай мало ли какого-либо плюса у инвокера, чтобы темпларка себя чувствовала спокойно. Тем временем у нас появляются очередные руны. Баунти, внизу хаста. Эх, сейчас бы хасту бы, да для Рубика. Пуш у нас тем временем приходит на нижнюю линию. Третий левел, диджей, хук в 2. И можно что-то придумать, потому что здесь Кексимба себя очень агрессивно ведет. Эх, не попадает хуком диджей. Хотя было так близко, там бы Кексимба умирал, но без гюста вариантов у него бы особо не было. Но несмотря на это, Темплар Ассасин приходит за дровкой. Темпларка на хасте, убивает курьера. Минус курьер, и за дровкой, понятно, уже не побежит. Здесь у нас уже занимает Кексимба позицию за тавером. Ну и Темплар спокойно возвращается на базу в курьере. Разумеется, ничего не было, ценность груза 0. Но тем не менее, 3 минуты, будьте любезны, без куры поиграйте. Тем временем на топе нет, и Муши попытка зацепить Винтера. Но Винтер спокойно дает таймволк и уходит. Таймволк, разумеется, здесь на Вайде у нас максится. Ну и на 4-м уровне здесь кулдаун вообще какой-то эпичный, 6 секунд. Время отмены урона 2. Есть Шейкл, нужен Хекс. Ну, Винтер спокойно отсюда уйдет. Лол. Лол. Тайм Дилейшн нажал. Был же таймволк. ВТФ. Ну, что-то непонятное здесь, конечно, у нас сделал товарищ Файет. Бисмастер тем временем зацепили на нижней линии. Охайо. Скинулись потычкой, саппорт и убили. Фраг достается Апарейшену. Ну, и теперь нижнюю линию можно забирать. Подъехал у нас сюда тележечка, подходит крипцы, урона очень много. У нас здесь есть пудж, бисмастер, левел 4. Но чтобы задефать линию фнатиком, конечно, здесь нужны плюсы. Нужен какой-то гирокоптер, что он по Муше. Муше 7 левел, кулдаун через 15 секунд, есть телепорт. Но вот Муша у нас улетает на базу.
В принципе, еще время есть до Нижнего Тавра. Что у нас там по инвокеру? Висаера. Максис и Экзорд. Висаера у нас будет выходить в Мидасик, скорее всего. Да. В принципе, дефолтная вещь для такого инвокера. По Винтру. Винтер 5 левел. Скоро начнутся золотые купола. Если хоть вообще в кого-нибудь попадет. Ну а тем временем, смотрите, что у нас делает Фнатики. Попытка забайтить на Пуджа. Пудж заходит во вражеский лес. В три лица у нас здесь Фнатики. Видит Симбу. Ну и спокойно здесь Мески Экс чувствует дистанцию, отходит. Теперь же Фнатики начинает пушить нижнюю линию. Тем временем Войд пытается здесь напрягать Шаду Шамана. Ну вот здесь не боевой, у него всего лишь сапог. Бояться Расти нечего. Пока не видно героев в центральной линии. Потому что Темпларк убил Курьера в погоне за дровкой. Нужно бы сейчас подсоединиться. Инвокер без телепорта. Темплар Ассасин, телепорт есть. У Инвокера нижней линии никак не поможет защитить. Да, Таур все-таки Фнатики-то себе заберут. Ну и поэтому по этой вышке можно уже подводить итоги. Игрок, который забирает Тауэр. 60 на 17 топовый крипстат у нас у Дроу Рейнджер. Следом идет у нас Темпларочка 58 на 12 против Инвокера 37 на 7. И сразу мы с вами переключаемся на Нонсворса. Темплар Ассасин 4200. Инвокер 3300. Такие дела. Ну, Герокоптер также 4000 на втором месте. Что у нас по Ахайо? Ахайо, Дарора еще далеко. Здесь бы пятый бы левел апнуть. Войт уже есть левел 6. Что у нас по Нету? Нет также 6 левел есть в Орды. Войт у нас пришел в мид. Сразу разбивает нас NB Smoke в три лица. Ну, здесь все предельно просто. Раскрывает купол на одного и мгновенно умирает. Видят ребята из Минески прекрасную всю ситуацию, находятся на хайграунде, но Фнатики просто не пошли. Фнатики просто не пошли на хайграунд и правильно сделали. Пларк тем временем у нас отправляется на стаки, в надежде, наверное, выформится какой-то дизоль. В принципе, там по деньгам уже на молоточек хватает. Либо же сразу через блинк будет играть мидван, посмотрим. По Пуджу Диджи у нас левел 5. Замакшенный хук и рот. Киксимба решается прилететь на верхнюю линию, пофармить. Ну а тем временем у нас зацепили муж, откидывает NB. Ну как так-то? Как так-то сыграли ребята из Минески, непонятно. Сейчас мы с вами разберем этот момент. Обратили внимание, Рубик держал в телекинезе у нас Гирыча. Ну и, соответственно, Инвокер давал на месте санстрайк, Рубик взял и откинул. Там бы Герокоптер бы умирал, понятное дело. Ну и во всем этом деле Винтер у нас купол потратил. Теперь без купола 100 секунд. Но зато понятно одно, что к следующему ультимейту Вайда будет готов уже Operation, уже 6 левел. Тем временем на топе. Ну здесь отгюстился у нас Киксимба. Но Тауэр все-таки второй уже потеряют. Ребята из Фнати, ребята из Минески X забирают у Шадоу Шамана через Варды. И Раста, как мы видим, есть Клака. В принципе, может уже себе брать Эфирлэнс. Тем временем в миде хуком не попадает у нас Диджей. Но вот про полезность Пуджа 1-0-1 у нас у Диджея. Но он, кстати, пока лучший, да? В своей команде. Муши тоже 1-0-1. Нет, 1-0-2. Ну, неплохо. Пока Пудж неплох. Охайо приобретает нас смог. Скоро появится первая книжка. Ну, с смоком, разумеется, здесь можно реализовать Roar и кулдаун с Гирычем. Прокат очень лютый. По инвокеру. Инвокер, как и предполагалось ранее, Мидас. Ну и давай сразу посмотрим на общую разницу команд по стадии лейнинга. Результат следующий. Впереди Фнатики более чем. Почти 4500. По экспириенсу они также лидируют. 1000. Ну и смог выход на Юсаеру. Решили прям на верочку зайти в спину. Может, здесь еще кто-нибудь есть из саппортов. И Саера прекрасно чувствует ситуацию. А здесь NB. NB, будьте любезны.
фокус пошел по Муши от Киксимба. Залетает айсбласт, айсбласт с ним попадает по Муши. И хороший хук от Диджея. Но Муши все-таки отъедет под санстрайк, да. Забивает его инвокер. Но вот разменялись. Пошли на ганг у нас ребята из Fnatic. Убили саппорта, потеряли кэрри. Хорошо, не думаю. Еще становится 3-4. По-прежнему топовый нетворс у нас за Templar Assassin. Mid One у нас делает дизоль. Да, и он уже скоро у него появится. Вылетает курьер. Ну, кстати, тайминг на дизолятор вполне такой себе хороший. Более чем. И можно уже добирать себе блинк. Ну и с блинком таких саппортов, как Руби, как Operation, просто бегать. И даже без приветствия ваншотать их. Тем временем в большинстве у нас Минецкий Экс на верхней линии. Ну, разумеется, играют они 4 плюс 1, Operation даже с ними бегать не надо. Просто закидывать айсбластами по таймингу. Забежали наверх, здесь никого нет, спокойно может забрать тавер. Минецкий Экс пока по таврам проседают. Они потеряли две свои вышки и только первый тавер для них. А тем временем ребята из Fnatic забирают через варды Расты Рошен, а ей достается у нас Мидвану. Мидван у нас дизоль, есть еще дабл дэмэдж в бутылке. Но осталось только блинк. И все. И можно идти разговаривать. Эфирлэнс есть у Нета. По гирокоптеру муж 9 левел есть Угр Клаб. Ну вот хз, будет ли это БКБшечка сразу, либо же все-таки Саша Яша. В принципе, и то, и другое здесь надо. Да, все-таки сразу БКБ делают нас Муши. Потому что для Фнатиков все предельно просто. Им нужно первое, либо убить Вайда, чтобы он не раскрыл купол, либо просто этот купол пережить. Если они переживают купол, они выигрывают. На топе, тем временем зацепили у нас Киксимба, Киксимба умирает. Ого. Ну что ж, нет пуджа, нет дровки. Файт 4 на 4. Будет ли замес? Винтер. Есть купол, но у гирокоптера большое количество хп. Муж умирает мгновенно. Да, здесь санстрайк, айсбласт. Муж хоть порежет. Винтер. Нужен таймволк. Винтер не успеет дать тому. Хорошая сетка от Нета. Да ладно. Иксин без маны. Ахайо. От Рориуса, конечно, здесь Юсаеру. Иксин здесь также умрет. Муши делает у нас дабл килл. Здесь у нас с дабл дэмэджа Мидван гоняет НБ. НБ также будет любезно в таверну. И Диджей хуком у нас убивает Мидвокера. Это Team Vibe от команды Минески X. Давайте с вами посмотрим на файт рекап, как это было. Это было очень больно. Урона нанесено, сами видите, в 4 раза почти больше. Изменения в золоте, разумеется, плюс, в пользу Фнатиков. Ну и огромное количество XP для Паджа. Падж у нас тут 1000 урона нанес. Урона как гирокоптер и Templar Assassin. Да. Вот тена. Вообще, если у нас будет ничья в этой игре, да, если все-таки Фнатики одержат верх, а только так это может быть, разумеется, то турнир на таблице будет выглядеть следующим образом. Минески по истечению, Минески X по истечению трех матчей наберут 5 поинтов. Фнатики будут иметь 3 поинта, но у Фнатиков одна игра в запасе. У них одна игра в запасе, и для того, чтобы, чтобы сравнить с Минески с Минески X, им нужно будет выиграть как минимум одну игру. Блинк Даггер у нас появляется у Templar Assassin на 16-й минуте. Templarочка у нас первая по нетворсу. У нее все очень хорошо. По графикам мы с вами видим преимущество Фнатика по нетворсу более чем внушительное. По экспириенсу та же самая Ситуёвина. Templarочка у нас по-прежнему с Аегисом. И никого не боится вообще. Ну, разве что фрагов у нее очень мало. Здесь пока у нее не до фрагов, она фармит. Дела по хозяйству. Но у Мидвана все еще впереди. С таким затаром кабинеты будут ломаться очень быстро. Фнатики тем временем у нас в большинстве вчетвером на нижней линии. Есть еще варды у Нета. Но Нет они не будут тратить. Да, здесь и так спокойно заберут. Кстати говоря, вот обратили внимание, по Ахае Айсбласт не попал. Хотя вроде как он стоял в рейнже. Ну, в АУЕ Айсбласта. Так вот.
Пока Вэл у нас появляется у Муши, и по таборам мы с вами смотрим ситуацию. Две внешних вышки осталось у Минецки к 18 минуте. И обратите внимание, фнатики заходят на хайграунд. Конечно же, у Нета есть варды. Мидван по-прежнему с Аегисом. Чем дефаться, сразу смотрим на какие фэнтези поинт. На байбеки смотрим. Ну что, нужен врыв. Нужен врыв от Вайда. Тракса пока на топе. Сюда нужен Траксу. Вызывайте ее быстрее. Тракса с телепортом. Киксимба, пора вылетать. Ну, смотрим, Винтер. Винтер в смоке. Готов уже врываться. От страна-то падает. Ну и куда врываться-то? Винтер. Все от него зависит, от его купола. Полетела ракета в НБ. НБ, что у нас украл? Рефракшн, окей. Минус миличный барак. Минус ранжевой барак. Ну, окей. Не хотим драться, как хотим. Зацепили нас Мидвана, Мидван с Аегисом, и убивать нет смысла. Винтер. Варды пропали. Войд! Ну что ж, до лучших времен. Счет у нас 3-9. Впереди Фнатики. 10 тысяч на Творса. У нас у Темпларочки 8700 у Герокоптера. Вторая книжка у Бисмастера появляется. Гем приобретает Шадо Шаман. Ну, вообще, шутки шутками. Но профессионалы, они на то и профессионалы. Правильно, господа? Если бы Войд врывался бы в том замесе, и... Ну, очевидно было, что Минецкий и Экс в хреновой ситуации. Да, они прекрасно видят все поле боя, да, но если бы они слили файт, скорее всего, они бы слили игру. Поэтому уж лучше было бы отдать нижнюю сторону, но еще в этой игре за что-то побороться, зацепиться. Тем временем у нас Operation отлетел от Темпларки. Ну, дефолтный ваншот. Теперь испытание для NB. NB под рефракшеном. NB у нас также умирает. Помогает здесь, конечно, Рубик у Диджей. Ну, такое. Рубик у нас... все, написали. Ну, тогда я вдвойне, ребят, не понимаю, почему у нас Войд здесь сыгрался. Такое. Счет становится 1-1. Фнатики, Минецки, Экс, боевая ничья. И мы с вами сейчас будем смотреть матч First Departure против Минески обычных, не Экс. Матч в группе А. Последняя игра. Никуда не уходите. Буквально пару минут музыки. И гоу.